Всем привет, дорогие друзья, с вами Шет. Наши пещерные приключения продолжаются. Только что мы успешно спрыгнули с вершины замка и оказались еще глубже в пещере, где находимся мы втроем. И это открытка, которую никак не можем никуда пристроить. Зачем-то ее взяли в начале и носим теперь с собой всю игру. Ну, пусть это будет нашей фишкой. Сейчас мы находимся в пещере под названием Карнавал, которая посвящена карнавалу. Здесь хранится реквизит какой-то старый, видать, какого-то заезжего цирка. Об этом лучше всего знает деревенщина, потому что он этот цирк видел в детстве, как нам сказала пещера только что. И поэтому мы отправляемся в путь. А путь нас лежит только через этот проход, который, скорее всего, нужно будет взорвать. Вон динамит уже видим. Поэтому поплыли. Поплыли, посмотрим, что же там. Сейчас мы, скорее всего, утонем. Наш рыцарь уже захлебнулся. Да, здесь нужен деревенщина со своей способностью плавать под водой. Итак, поплыли. У него есть возможность дышать под водой, а также неплохие ласты, которые являются ногами. Так, динамит здесь, огонек здесь, подкуриваем, бросаем, убегаем. Проход открыт, друзья, добро пожаловать. Не стесняемся, заходим. Детки, вперед. Вообще-то я думал, карнавал будет интересен прежде всего детям, но почему-то пещера сказала, что это место для деревенщины, и он здесь знает больше всех. И самый полезный здесь игрок. Так, ну что ж, посмотрим. Скорее всего, здесь будут клоуны. Не знаю почему, но мне так кажется. Ooh, there she is, the amazing two-legged lady. You know, the hillbilly carries a torch for her. If only she would finally notice him. They could marry and live happily ever after with a house full of little billhillies. Ugh. Как ни удивительно, здесь находится двуногая женщина, с которой знаком наш деревенщина, которая требует от него медвежонка. Возможно, того самого медвежонка, которого мы видели в рассказах деревенщины, с которым он ловил рыбку, если помните. Да, пройти невозможно. Следующий этап будет доступен только после того, как мы найдем розового медвежонка. Вот какой-то кран с водой, возможно, он играет какую-то роль. The pink bear hanging in that prize booth looks remarkably like what the amazing two-legged lady desires most. Perhaps the hillbilly can win enough tickets to buy it for her. Then this adorable story can have its happy ending. Так, розового медведя мы уже нашли. Осталось найти что-то. 5 монеток. Не, тикет, это билет. 5 билетов. Вот пятерочка, чтобы его получить. 5 билетов получить. Так, вот один билет видим. Да, мы его взяли. Довольно-таки легко. Так, осталось 4. Ну что ж, посмотрим. Достанутся ли те 4 билета нам так же легко. Какая-то арка, как и этот. Так, портрет. Сила, сила. Здесь нужно, наверное, ударить. Да, ну явно не деревенщине. Не обладает деревенщина у нас рыцарской силой, поэтому пригласим нашу жестянку. Да, тоже не годится. Неужели дети? Дети, вы пугаете меня. Дети вообще не хотят его убрать. Ладно. Посмотрим, что же дальше. Утенок, утенок. Угу. Здесь можно кого-то скинуть. Жертвой, скорее всего, будет у нас, конечно же, деревенщина, потому что он умеет плавать. Ну давай, старик в ластах. Покажи нам. Чего ты достоин? Так, 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 главное не утонуть. Дышать. Дыши. Дыши. Сундучок. Сундучок, нет, дыши. Какая глубокая пещера.
Да, без деревенщины мы его здесь не выбрались. Так, труба, которая таких и хочет, чтобы ее взломали чем-нибудь. Но пока у нас ничего нет. Снова припасы. Мишка. Продолжение дружбы нашего деревенщины, его розового, одноглазого мишку или носорога. Пока непонятно. Так, но здесь ничего нет, это точно. Взрывать здесь нечего. Доски какие-то тоже нам не нужны. Вот это нужно взломать, но пока непонятно чем. Значит, поплыли назад. Там еще был один туннель. Скорее всего, может, он выведет нас к истине. Деревенщина, дыши. Так, вот здесь еще есть проход один. И какой-то выход вверх. Так, здесь два гробика, это наши детки. Да, детки добивают папу, как мы видим. И весьма этому рады. Смотрим. Все? А, о! Билет. Интересно, за что? За то, что я прошел круг? Ха. Непонятно. За что нам дали второй билет? Ну и на том спасибо. Нам нужно всего лишь 3 билета. Проще пареная репа, ребят. Пареная репа, и то проще. Так, а куда же идти? Здесь мы были. Здесь мы были. Здесь мы были, утенок. Я не знаю. А, вот веревка. Вот веревочка. Вот он, шнурок. Так. Пока идем с опережением, как говорится. Step right up and have your weight guessed. If I'm wrong, you get a ticket redeemable for a prize you desire the most. Это весы. I can guess anyone's weight with blinding accuracy. Какие-то весы. Судя по тому, что нам сказал этот товарищ. My best guess is 229. Right again. Нам нужно взвеситься так, чтобы они показали нереальный вес. То есть не обмануть весы нужно как-то. Your weight is exactly 229. Right again. Может, нужно залезть сюда всем вместе? Плюс двойняшек у нас двое. А, может быть, действительно, двойняшки. Двойняшки и открытка весят по-другому. These eyes have never failed me. Step on the platform and get your weight guessed. Попробуем. 343. Right again. You lose. Нет, там без рыцаря. My best guess is 114. Right again. You lose. Да, это не работает. Обмануть нужно, но непонятно пока как. А тут что у нас? Тут какой-то мужчина. Фокусник, фокусник. Magnifico the Magnificent will now dazzle your mind with the most amazing disappearing act ever performed. Pay close attention to the cupcake on the pedestal. By the dark powers invested in me, by the county of Rutherford and the surrounding unincorporated areas, I pronounce you disappeared. Какой-то фокусник. Только что заставил исчезнуть тортик. Кстати, я что-то взял. В руке мы что-то держим. А зачем он нам нужен, невидимый? Если я его выброшу. О, появился. О, у нас есть тортик. Может, с тортиком надо взвеситься, нет? Дети. До свидания. С тортиком попробуем взвеситься. Nine. Right again. You lose. Нет, с тортиком не работает. Может, надо было успеть добежать, пока он невидимый.
Ну, это я уже слышал. Заставь его просто исчезнуть. Так, у нас в руках невидимый тортик. Время ограничено. Да, тортик не вариант. Ладно. Пусть лежит здесь тортик. Пойдем посмотрим, что вверху. Исчезновение не помогло. Нужны другие варианты. Вот шарик может, наверное, будет. Куда запихнуть, не? Но сначала надо... А, вот этот коробок, который был в начале, когда мы собаку подвешивали. Сюда нужен приборчик. Энергетический такой. Светящийся с молниями, который убил нас раз 200. Ну, я утрирую. Так, у нас есть гантеля. Может, гантеля врезать тому товарищу. Меняемся. Нет, не меняемся. Может, туда я впихну? Нет. Ладно. Пусть полежит здесь. Посмотрим, что дальше. Понятно. Нифига. Вторую нельзя спереть. Так, мэнов. Человек неординарной силы. Так, чертово колесо. Я знаю, что я хочу. Я хочу на нем покататься. Да. Не судьба. Вот тут это моя тележенька. Оп. Нет, это не моя была. Да что ж ты будешь делать, а? Я не могу остановиться на ней. Ха-ха. Да. Так. Ну, продолжение истории рыцаря. Это нам нужно. Итак, молодой человек, который украл снаряжение. Угу. Он теперь не обращает внимания на бандитов, которые грабят мирное население. Рыцарь бы такого, безусловно, себе не позволил. Поедем дальше. Посмотрим, что здесь. Так, вот штуковина есть, отлично. Очень хорошая штуковина. Ну, скорее всего, нас убьют. Но другого варианта я не вижу. Потому что я уже помню, как меня убивали там внизу. Когда мы вытаскивали сардельку в первой части. Ну ладно, попробуем. Да. Третья часть не стала исключением. Нас отправили вниз. Поэтому сначала нужно найти, где отключить ток. А потом уже идти туда. Так. Так, тут какой-то у нас... Что-то здесь должно быть. Мы найти, ребята. А, вот молоток, который... О, молотком можно ударить по тому измерителю силы. Угу. Только мы туда не можем пройти. Вот эти ребята, пьянь-дрянь, нам мешает. Их, наверное, надо как-то отодвинуть. Ну как? Ладно, посмотрим, что там вверху. Вверху вода, ток и смерть. Нам снова не сюда. Так, а там что-то есть. Нужно отключить ток. Это то, что я понял. Это прежде всего. Но как его отключить? Так, это последний ход. Если здесь мы не найдем решение проблемы, тогда я не знаю, что буду делать. Итак, у нас есть тут колесо удачи. Нет, это колесо Miss Fortune. Miss это колесо неудачи, скорее всего. Колесо неудачи. Spin the wheel and guess the color. If you're right, you win a ticket. То есть мне нужно угадать цвет, и если я буду прав, я выиграю билет. Ну, попробую. And the color is red. Не повезло. Ну, конечно, неудивительно. And the color is green. Better luck next time.
Ну, колесо неудачи, оно есть колесо неудачи. Надеяться на что-либо бессмысленно. Ну да, наверное, здесь нужно какой-то другой подход. Может нажать здесь и быстро здесь. И потом обратно здесь. Да, ну, скорее всего, это не сработает. Это же настоящее казино. В казино невозможно выиграть. Ну, мы, конечно, попытаем еще удачу. Ну, нет, это не работает. Квартиру я уже проиграл, машину уже проиграл. Так, осталось доспех проиграть. Ладно, все, это не работает. Бетонное колесо неудачи. Либо нужно кем-то стопорить его вторым человеком. Либо замкнуть его, что ли, чем-то. Или этого товарища вырубить. Ладно, у нас еще есть один ход. Если этот ход ни к чему не... О, к молотку нельзя тут пробежать как-нибудь. Это последний наш ход. Последний наш ход. Вот мы видим ключик. Мы можем замкнуть. Народ возмущается, свет вырубили. Так, а что делать дальше? Ага, топ снова возобновился. Ну, в принципе, нужно снять ту деталь, вставить тому товарищу, предсказателю рядом, наверное. А как? А, в принципе, там еще была труба, которую можно вскрыть, скорее всего, этим же ключом. Ключ-то. Ну давайте пока снимем, нам понадобится напарник, скорее всего. Тортик, нет, тортик нам не нужен. С помощью напарника мы снимем сейчас ту деталь энергетическую, которая дает нам энергию. Так, нам нужно не забыть, где лежит гантель, а потом я ее не найду. А, положим открытку. Если мы вверху на колесе ее бросим, мы потом туда не залезем снова. Итак, нам нужно снова на колесо. У детей это получилось с первого раза, но на то не и дети. Они расторопный рыцарь. Так, развязка близка. Дети, ваш выход. Угу. Не трогаем. Рыцарь, давай. Дети. Быстро. Есть. Колесо больше не работает. Всем спасибо. Всем до свидания. Я разбился. Но это не суть важно. У нас есть деталь. У нас есть деталь. У нас есть куда ее вставить. В принципе, жизнь налаживается. Дай нам шарик. Он просто меняет цвета. А зачем он их меняет? Непонятно. Ладно. Так, ладно, ладно, ладно. А в принципе, мы с этим не закончили, с этой телегой. Что-то есть еще. Что-то есть еще. Рыцарь, значит, нужен здесь пока что. Ну, давайте нашего деревенщину протестируем, что ли. Что мы имеем? Мы имеем... Здесь нужен молоток. Молоток нужен для того, чтобы... ударить, а молоток лежит за толпой безумцев пьяных, которые нужно сдвинуть с места. А как их сдвинуть? Ну, здесь внизу делать нечего. Внизу делать нечего, судя по всему. У нас нужно 3 билета. Вот этот кран, скорее всего, что-то смоет. Потому что он уже... Fire risk. А, огненная опасность. И, наверное, он смоет эту женщину. Ну, кран мы знаем, чем открыть. Кран, у нас есть ключ. Не хочется просто бежать рыцарем в самый низ.
А что у нас остается? Надо еще раз посмотреть по этажу. В принципе, пока все логически связывается, кроме вот этой штуки. Уже деревенщина надо взвесить. Все-таки это его территория. 175. Это какой-то код может быть. Ну, весы нужно обмануть, это понятно. Ну как? Ты что здесь делаешь? Дай нам что-нибудь. Empty, это как переводится? Empty. Пустой. Пустой магический стол. Ну там был тортик, а тортик, ну еще раз его сделать невидимым. Непонятно. Ладно, что у нас еще остается? Синий. У нас есть гантеля, есть какая-то открытка. Открытка у нас есть всегда. А вот что с ним делать, с этим синим? Шар просто меняет цвета. Ну, я думал, его нам дадут, и мы его куда-то впихнем, как это мы любим делать. Так, колесо больше отработало свое дело. Этих ребят нужно сдвинуть. Сдвинуть, ну как? А, вот. Вот от эту штучку нам нужно вставить ту штучку. Ну, давайте попробуем. Нас, конечно же, убьет ток. А, ну так вверху у нас есть товарищ рыцарь, который... Мы отключили нашего предсказателя. Он нам тоже нужен, но пока непонятно зачем. Вверху наш рыцарь открутит, выключит динамо-машину, и мы вставим эту штучку. И что-то должно произойти. Провода идут вверх. Так, пока вставлять точно нельзя, потому что проверено опыт. Так, раз и два. О, внизу что-то заработало. Да, ребята пошли глазеть на театральное представление. Хм, какой забавный парень. Так, ну ладно, все, молоток у нас есть. Третий билет у нас в кармане. Это было несложно. Сейчас... Я думаю, даже деревенщина справится. Ударить только покрепче. И билет наш. Так, весы остались у нас. И колесо неудачи. Вот, у нас две вещи остались. Ну все, здесь другого варианта быть не может. Да. Вот он, билетик. Кстати, молоток снова можно взять. А где тут? А, вот тут. Возьмите, пожалуйста. Угу. Два. Так, все. Сейчас пойдем, наверное. Рыцарь уже все. Машина отработала? Нет, машина работает. Машина работает. Теперь, может, она больше не включится? Нет, машина нужна. Ладненько. Ну да, машина в любом случае нужна. У мага шар нужно отобрать. Как-то нужно его выкрутить оттуда. Не у мага, а предсказателем. Маг у нас внизу. Он заставил исчезнуть наш тортик. Кстати, а где тортик? Я уже забыл, где его бросил. Ну ладно. Ага, нам сюда нужно. В общем, нельзя его забрать, пока он спит. Нельзя. В любом случае, нужно вернуть деталь на место. С концерта мы отыграли, молоток забрали. Это гантель еще странная. Да, нам по-любому сюда. Здесь нам уже в углу... Ну, тут ничего нет точно уже, да? Сколько я понял. Чтобы не бегать как с сарделькой в первой части. Ай-яй-яй, я забыл. Угу. Прости, деревенщина. Бывает. Так, давай, выключай. Не тот парень. Вынимай.
Все, публика вернулась хандрить на место, а мы возвращаемся назад. Назад к нашему... к нашим баранам. Ну, в принципе, все. Это место для этой штуки остается неизменным. Только здесь она должна быть. Дети, вы мешаете, уйдите, пожалуйста. Спасибо большое. Так, вот. Whatever. Синий. Белый. Синий. Белый и синий. Два... О, зеленый. А, все. Все, я, по-моему, понял. Я понял по вот этой надписи. Прошлое, настоящее, будущее. Товарищ предсказывает... Предсказывает будущее, настоящее, прошлое. Поэтому, а судя по тому, что у нас еще красный попался, тогда тоже вопросов не было. Ребята, это колесо не, неудачи. Сейчас, если красный выйдет. Да, ну это скорее всего это и есть. Это скорее всего и есть. Справа мы выберем цвет, который нам нужен. Скорее всего. Да, справа мы выберем цвет, который нам нужен. И выиграем просто. И... не работает. Вот зараза. Да, не работает. Не работает. Не работает. Может ставить сюда. Я не знаю, что делать. Ну, давайте выберем зеленый. Ну, лохотрон. Что ты сделаешь? Да, ну здесь не выиграешь. Ну ладно, наверное, шар нужно отбить. Что случится? Синий. У нас сейчас какой? У нас сейчас красный. Сильно быстрее, наверное, действовать. Синий. Интересно, повезет. Ну а, джекпот, ребята. Джекпот. Да, все-таки это работает так. Да, предсказатель нужен был именно для этого. Так, ключ, наверное, нам понадобится. Там внизу еще труба, поэтому, дети, дуйте сюда. Ну, в принципе, не сложная головоломка, только нужно было понять, что шар не нужно было вынимать у него. Я хотел его выбить. А тут нужно просто было нажать свет. Да, если бы там выпал красный цвет, тогда было понятней и быстрее бы додуматься можно. Так, все, вы берете ключ. В принципе, можете с ним здесь и стоять. Пока отправим билетик в кассу. И у нас останется только весы. Недоделанные весы. И в принципе больше у нас нет ничего на уровне. Нет, не сюда. А молоток есть. Можно молотком кого-то шибануть. Но мы этого делать не будем, потому что мы мирные люди. Да, один билет остался. Связан он с весами. Теми самыми весами, которые нужно обхитрить. Никогда не ошибались. То есть весы работают 30 лет подряд, и еще ни разу не ошибались. Ну понятно, с тортиком будет вес. Весы посчитают тортика вес. You weigh 229. Right again. You lose. Может тортик заставить исчезнуть? Нет. Ну да, столб для этого и нужен.
mind-numbing and has nothing to do with selling pigs. Now you see it. No, you don't. Don't try this at home. Magnifico! The Magnificent! Ну, в принципе, да, так должны... Даже если мы его заставили исчезнуть, вес-то его остался. Step right up and have your weight, yes. Или нет? Come on, your weight is exactly 229. Right again. You lose. Ну да, вес-то остается, даже если он исчез. Вопрос, возможно, не в этом. А если мало толку взять? Step right up and have your weight, yes. Или ключ. Ключ может заставить исчезнуть. Но он тоже, что вес-то его останется. Да, загогулина. Загогулина, может, с ключом взвесится. Какие точные весы? Я бы их сломал, да, конечно, нечем. Да, не обманешь весы. 30 лет стаж, конечно, для весов хорош. Можно заставить исчезнуть ключ. You'd be wrong. No, I'm not bitter. Keep your eye on the pedestal. Bam! Now it's gone. I need a new agent. Да, ключ у нас. Что-то там возмущался. Ну ладно. Попробуем с ключом взвеситься. Ugly or handsome, I can guess your weight and I'm... You weigh 114. I win again. Hey, that's not possible. I always guess right. Неужели вышло? This carnival game is now closed while we investigate the tampering with our tampering. Please leave. Нет, не вышло. А, вышло. Вышло. Love and teamwork, our friends have managed to lie, cheat and steal their way to buy что-то потяжелее. Now to snatch the prize and profess our undying love for the two-legged lady. Да, все. Нужно было что-то потяжелее, в принципе, что угодно. Там и молоток, у меня была мысль, конечно, туда затащить. Что именно туда ложить, непонятно. Ладно. У нас есть пятый билетик, в принципе. А, там же еще труба какая-то внизу. Угу. Вот он, Мишка, который деревенщина сейчас подарит двуногой даме. Well, this is not a heartening turn of events. Apparently, what the amazing two-legged lady desires most is a man of ordinary strength. The hillbilly came so close to true love, only to have it snatched away by a rival who couldn't lift his own shadow if it went on a diet. А вот и появился тот самый человек неординарной силы, который увел у деревенщины его любовь, можно сказать. Но я знаю, что с ним делать. Тут уже другого варианта нет. Нам нужен тот самый ключ, и труба, я думаю, сделает свое дело, потому что... Хотя у нас еще там была гантеля, молоток еще можно взять. В принципе, нам нужно по трубе, наверное, ударить и тем, и этим. Ну ладно, сейчас возьмем ключ, скорее всего. Так, это колесо фортуны. Вернее, не фортуны. Еще есть тортик какой-то тоже. В принципе, наверное, здесь находится только для того, чтобы запутать, и не более того, но непонятно. Нам нужно здесь будет долго плыть, поэтому по-любому деревенщина. Угу. Еще один билетик. Ага. Этот билетик нам выдаст теперь зажигалку. I'm not sure taking up smoking is the right cure for a broken heart. But I don't think that is the hillbilly's plan. Is this really the path he wants to go down? Подожжем их, что ли? Зачем нам вода тогда? А, соломка. Да, скорее всего, соломку. This really is an oily rag and dry grass infested fire trap, isn't понятно. It? But the cave fire department has the fastest response time around. Their water supply is surely infinite. So it might do the hillbilly some good simply to take a deep breath and relax. No good can come from this path. Вода нам нужна не для того, чтобы смыть эту парочку, а чтобы не дать потушить пожар, который откроет нам путь дальше.
Так, рыцарь, верни профессионалу ключ. Все, в принципе, головоломка решена. Уровень за нами. Другого здесь быть не может. Правда, непонятно еще для чего тортик. Для чего нужен тортик и гантели? Может быть, тоже пригодятся, конечно. Плыть здесь далеко. Ну, тортик, наверное, чтобы показать невидимость, а гантели, я не знаю, зачем нужны гантели. Все, отключаем воду, хватит. Я бежать не буду обратно, я думаю, детки справятся с поджогом не хуже, чем деревенщина. У них есть опыт по уничтожению родителей, поэтому соломка гори, и никто тебе уже не поможет, а мы пройдем дальше. The wise Lord Tennyson penned the line, burn, it's better baby, to have burn. Loved and lost than to have never loved at all. He had clearly never met this group. Мы сожгли этот парк развлечений, но пройти дальше я все так же не могу. Вместе с силачом. Интересно, что же делать дальше, а? Парк горит весь. Ну кто, нужно теперь потушить? А, это деревенщина уже здесь. Ну и почему я не могу пройти дальше, расскажите мне, пожалуйста. И залезть дальше не могу, и билетик больше взять не могу. Дети, что вы натворили, расскажите. Вы уничтожили этот парк. Да, я не могу дальше идти. Мальчик нам тоже не поможет. Билетов у нас больше нет. А, странно, само взорвалось. Ну ладно, мы прошли. Мы прошли. Поэтому остановимся здесь. Все, подведем итоги. В принципе, третья часть была настолько же сложной, как и первая часть. Вторая серия у нас прошла как-то быстро, логически. Здесь просто было в третьей части больше беготни. Ну и, конечно, колесо неудачи. Здесь, конечно, такой квест случайно мы прошли, потому что увидели меняющиеся цвета на шаре. Если бы не увидели, то бегали бы здесь долго. Ну что ж, ребят, под эти прекрасные крики горящего карнавала мы завершаем нашу третью серию. До встречи в новой части. Она обязательно будет и в самое ближайшее время, поэтому если интересно узнать, что дальше будет с нашими главными героями, подписывайтесь на мой канал. С вами был Шет. Всем пока, спасибо, что были с нами.